Привет всем! Сегодня у нас прямо перед началом трены были небольшие сложности технические. Сейчас, секундочку, я тут кое-что подстрою. Сейчас начнется наша прекрасная тренировка. Да, приветули. Приветулики! Так, трени надо запустить. Момент аморе. Привет, привет, Татьяна. Тут, блин, эта программа для чата, такое ощущение, что запускается, я не знаю, модуль какой-то космической обороны. Тихо. На точку. Спокойно. Так. Сейчас я потрачу несколько секунд на настройку, конечно же, мы компенсируем. Так, пишем 1, 1, 1, 1. Круто! Так, и осталось только это вот сюда. Select region. Что, где? Появись. Не понял. А где чат-то? Ладно, неохота сейчас мне с этим возиться. Если честно, просто вот так вот сделаем и начнем. Так, сегодня у нас тут в раздаче, благодаря некоторым людям, раскиданы по разным топикам, раздачи желательно выкладывать топик для раздачи. Все. Чатик не болеет. Все нормально. Короче, разобрались более-менее. Так тоже нормально. Все видно, все слышно. Раз, два, три. Ладно, поехали. Так, у нас раздача от SASH500. Здесь достаточно интересный момент. Оппонент, то есть здесь ситуация какая? Хиро на баттоне. Дама валет разномастный, открывается, получает 3 бет от СБ. И, ну, дама валет разномастный, конечно, не самая лучшая рука, но все-таки. Да, в принципе, с ней можно колить, особенно от агрессивных ребят, которые часто 3 бетят, но не особо агрессивные постфлоп.
Конкретно этот товарищ имеет 11 3-бета. Ну, да, похоже, что против него можно колить даму валет. На ривере у него вроде как низкая агрессия, но всего 320 рук, поэтому это не совсем показатель, на который можно ориентироваться. Но будем считать, что это такой более-менее стандартный агрессивный рек. Получаем контбет. Обратите внимание, что контбет достаточно такого плотненького размера. То есть уже такой звоночек, поскольку доска не самая хорошая для блефовых контбетов. То есть тут достаточно часто будет кол, а тут плотная ставка. Ну, хиро колет, понятно, 100 пары минимум раз. Дальше идет второй бет. Вот, здесь выходит восьмерка. Ну, конечно, восьмерка, в принципе, усиливает диапазон хиро, да, поскольку вот тут достаточно много, я бы даже сказал, большая часть его рук тут усилилась. Либо до двух пар, либо до пары плюс USD. Ну, то есть ситуация такая, что здесь как бы, ну, не стоит ожидать частых блефов, просто потому что на этой доске у Хиро слишком много сильных рук. Да? Крайней мере, сильных в каком плане? То есть могущих осилить второй баррель. Вот. Исходя из этих размышлений, можно предположить, что, скорее всего, оппонент действительно держит хорошую руку. Да, там как минимум оверпару. Вот. И поэтому в этой ситуации я, например, бы вот этого валета выбрасывал. То есть для барлинга у оппонента не так уж много рук. Ну, не знаю, дама 10, разве что какая-нибудь доехала, король 10. Ну, в принципе, наверное, только вот что-то вроде король 10 и туз 10 бьет. Ну и, собственно, и все. Но я не сильно верю в то, что вот король 10 так плотно бы ставил флоп. Ну, поэтому я бы здесь предпочел колить руки с лучшим эквити. То есть руки типа хотя бы пара плюс ОЕСД. Ну, у нас здесь пара плюс гадшот, но этого, я думаю, маловато. То есть конкретно на этой доске против малоизвестного оппонента, я думаю, я бы сразу зарыл эту руку и продолжил бы с лучшим эквити. Еще раз повторюсь, что мне здесь в первую очередь не нравится. Не нравится сайзинг флопа. Вот, и не нравится, собственно, сам факт конбета терна. Конечно, мы не знаем, что это за оппонент. Кажется, ВВСФ располагает колу. Я сразу скажу на это, что у нас 320 рук на оппонента, и смотреть ВВСФ это только терять время. Потому что достоверностью эта стата не будет обладать за 320 рук, ну никак. Вполне вероятны какие-то отклонения в одну или в другую сторону из-за дисперсии, ну и просто будет неправильная информация. То есть для ВВСФ нужно тысячи рук, если не десятки тысяч, чтобы более-менее ориентироваться на эту стату. Вот, поэтому я бы здесь прикинул свой собственный диапазон. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть раз, два, три сета. У нас тут есть как минимум два стрита. Дама 10, у нас тут доперы всякие, валет 10, 9, 8. Ну, то есть куча рук, которые лучше вот этой дамы валет. К тому же у нас есть руки типа 10, 9, валет 10, десятки, в конце концов, те же самые. Семерка у нас, 7x рука есть тоже. Какие-нибудь там, я не знаю, 8, 7, 6, 7. Ну, то есть полным-полно блефкетчеров, которые по качеству, в принципе, не отличаются от этой руки практически. Вот, но имеют в итоге имеют больше эквити. Вот, поэтому даму валет я бы и не стал бы продолжать. То есть я бы уже здесь зарыл в этот момент. Пишешь, что пихнул, ну, мне не нравится. На мой взгляд, это переигрывание. У оппонента здесь такое количество сильных рук, что как бы, ну, очень легко будет тебя вскрыть. И мне, я же говорю, мне очень сильно не нравится сайзинг комбета на флопе. Слишком плотная ставка. Ну, для слабых рук. Вот, это что касается этой раздачи. Что там оппонент показал, если нет вопросов? Следующая раздача. Саш, видимо, предпочитает не раскрывать тайну шоудауна. Он скинул. Ну что ж, бывает и такое. Видимо, значит, все-таки он что-то вроде туз-10 ставил вторым баррелем. Но это, как правило, небольшая часть диапазона его. И я думаю, что тебе просто повезло. В большинстве случаев тебя проколят и будешь там выставляться с 25% эквити против 75%. Это совсем не то, чего бы хотелось. Кстати, сам вариант пиха тоже мне не особо нравится, хотя бы потому, что
у тебя чистый блефкетчер. Да? То есть тебя не вэлью рука. То есть ты пихаешь с какой целью? Превращаешь эту руку в блеф. Зачем? У тебя блефкетчер. Лучшие руки ты вряд ли выпьешь. Рука, начиная от туз валета, скорее всего, уже будет колить. Вот, так что получается, что ты выбиваешь только блеф его. Так, смотрим следующую раздачу. Король 7, да, это веселая раздача. Я перед треной проглядел. Может, он скинул лучшую руку? Очень маловероятно. Разве что короля валета, но что-то я в этом сомневаюсь. Но даже если так, то процент лучших рук, которые он сбросит, он ну, мизерный там, по отношению к проценту рук, с которыми он заколет. Что? А у него почти нету QT. Почему нету? Почему? Человек с таким трибетом вполне себе может даму 10 одномастно иметь в диапазоне трибета. Почему бы и нет? У него там 11, по-моему, трибет был. Вполне может быть. Ну и потом, как бы, ты, знаешь, ты превращаешь этого валета в блеф, и ну, просто это незачем. Если ты хочешь блефовать в этой ситуации, у тебя гораздо лучше руки есть для этого. Хотя бы там, я не знаю, те же самые какие-нибудь, я не знаю, 10x. Король 10 тот же самый, пожалуйста, запихни. У тебя там будет блокер на его королей, будет блокер на его стрит. Точно уж лучше рука, чем дама валет для пиха. Ладно, смотрим. Здесь, что здесь, это очень веселая раздача. Тут лемур, конечно, зажег. Так, МП открывается. Хиро 3 бетит, ССБ с король 7 одномастными. Ну, честно говоря, вот не вижу никаких причин 3 бетить такую руку. Холд на 3 бет у него 29. Все очень маленький. Сам у него open тоже вроде как небольшой, всего 17%. То есть в среднем у него диапазон крепкий. Особенно с МП. Но здесь главное, вот если бы у него здесь был бы фолд на 3-бет, там, под, не знаю, 80-90%, еще можно было бы подумать. А так, получается, что ты против сильного диапазона 3-бетишь слабую руку, и плюс еще оппонент такой цепкий, не сдающийся. То есть, ну, не создаешь для себя хорошую ситуацию для розыгрыша этой руки вообще никаким образом. Просто фолд. Ну, ладно. Смотрим, что было дальше. Доска для конбета. Для твоей руки плохая доска, поскольку примерно, наверное, две трети рук диапазона кола оппонента. Две трети рук диапазона кола оппонента, они, в общем-то, попали в эту доску. Да, то есть практически вот если мы вот так вот посмотрим, да, что здесь попало в эту доску. Ну, вот эти всякие 10, 9, 9, 8, 8, 7. Вот эти все карманочки так или иначе зацепились. Валет 10, дама валет, гадшот не сбросит. Какие-то тузы икс руки, там туз 10. Король 10, дама 10, колет он или нет, не знаю. Но. Ну вот, оверкарты там всякие, туз дамы, туз короли, особенно если у них бэкдор есть, тоже далеко не факт, что сбросят на один баррель. Вот, что еще там всякие, ну не знаю, разномастные, вот, один гап коннектор, я не уверен, конечно, что он колет, но теоретически есть, может быть, какое-то количество этих рук, там процентов, допустим, 35, тоже все не сбросит. Вот и получается, что ты, в принципе, у него выбиваешь, ну, совсем небольшой процент, там, шестерки, тоже разок заколет. Не знаю, какую-то вот, может быть, туз-даму разномастную выбьешь. Может быть, король-даму без бэкдоров. Вот, но важно то, что у тебя рука в целом слабая, то есть тебе сложно продолжать параллингом. Поскольку у тебя с этой рукой, видишь, у тебя даже бэкдора здесь нет. Да? У тебя только там бэкдорный гадшот, нет, бэкдорный ОСД есть, но даже не на нац. Ну, то есть ситуация такая, что тебе тяжеловато будет ставить второй бар, то есть тебе нужно в таком случае газовать без эквити, а это как бы выгодно только если у тебя есть четкие рицы на оппонента, что он, там, скажем, широко колет флоп и много фолдит терн или что-то в таком духе. Вот, так что, ну да, оверкарты будут колить частенько, флоутить на таких досках. Ну, короче, в общем, печаль печальная. Поэтому конкретно в этой ситуации вкладывать деньги в банк я считаю неправильным, да, то есть это минусовое вложение. Вот. Дальше на терне все тоже весело. Ну, ты чекнул, чек-пуш сыграл. Ну, в целом, конечно, идея понятна. Могу сказать, что плохая идея, поскольку на такой доске у оппонента довольно много дро, и, в принципе, там средняя пара, ну, против этих дро более-менее стоит, и можно выбить какую-нибудь там восьмерку. Но проблема в том, что тут помимо восьмерки
без ОЕСД, то, в общем-то, остальные руки достаточно сильно зацепились, да, там. То есть, ну, мне не особо нравится этот чекпуш, из тех же соображений, что не нравится конбет, да, то есть доска такая, за нее очень много рук зацепилось. Этот чекпуш ты делаешь, ну, в каком стиле, да, то есть это блеф, это вэлю, ну, очевидно, что это не вэлю, то есть очевидно, что это какой-то блеф, но, понимаешь, этим блефом выбить лучшие руки тоже достаточно проблематично, то есть руки типа 8, 9, 10, 9, 10x, далеко не всегда сбросятся, я думаю, даже они очень редко сбросятся, просто потому что на доске лежит два флэш-дро и еще стрит в дырку прям просится, да, вот по девятке. Ну, то есть слишком много дро, и оппоненты не будут особо склонны тебе тут верить твои какие-то сильные руки, поэтому, в принципе, практически всегда топ-пара нажмет кол, а средняя пара плюс дро тоже нажмет кол. Вот. Ну, и ты впереди будешь, наверное, только вот каких-то комбо-дро, да и то там, например, против какой-нибудь там, скажем, дамы валет червовой или крестовой. Посмотрим, у тебя вряд ли там будет серьезное преимущество. Король 7. Вот, возьмем, допустим, там червовую даму валет. Что там у нас против нее есть? Ну, видишь, у тебя 59%, то есть всего лишь 9% преимущества. Если уж совсем капнуть диапазон оверпуш, совсем понимаю, что ты имеешь в виду подкапнуть. Овербет пуш на терне. Ну вот тут-то как раз об этом и речь, что на терне слишком много дро, и поэтому топ-пары здесь будут не склонны выбрасывать. В чем еще этот овербет пуш? Ну да, там такой 2x овербет. Ну, блин, не знаю. Я бы, например, десятку, особенно с ОЕСД, я бы ни за что не выбросил. Там, я не знаю, десятку с тузом тоже ни за что бы не выбросил, потому что такой овербет пуш, как бы, ну, подразумевает либо дро, либо самое, какую-то овер-пару сильно. Тоже как бы, да, вот с десяткой у меня блокер на сет, вот на топ-сет, и то есть восьмерки, там семерки обычно не требуются в этих позициях. Ну, то есть, скорее всего, если у меня туз 10, например, скорее всего, что оппонент какой-то дро пихает, и я буду колить здесь однозначно. То есть против диапазона точно хороший кол. Сеты на дро доске. А сколько у тебя здесь сетов? Давай подумаем. Вот у тебя, вот смотри, восьмерки с СБ против МП, как правило, не трипетятся. Семерки тем более, четверки тоже, да и десятки тоже не особо-то часто трипетятся, поскольку там ранняя позиция все-таки. Вот. Ну, 8-7 у тебя из сильных рук, наверное, 8-7. Валет 9 тоже лузоватый 3-бет. Ну, если брать какой-то стандартный диапазон, если там такие руки 3-бетишь, что да, но если ты будешь все время вот такого плана руки 3-бетить, ну, я имею в виду не только король 7, а и там семерки или там четверки и так далее, то ты просто будешь себя все время загонять в сложные ситуации, где у тебя сложное решение, у оппонента легкое. Ну и, как правило, это закончится очень предсказуемо. Ну, то есть, там даже лучший игрок не сможет вытащить ситуации, где у оппонента там большое преимущество по диапазону. Вот, и куча сложных решений. Вот, поэтому лучше всего от этих решений избавляться. Нет, самое, не форсировать. В общем, короче, в этой раздаче все плохо. У тебя же есть 5, 6, 7, 8. Да, они у тебя есть, но этим 5, 6, 7, 8 у тебя еще есть. Смотри, какое количество флэш-дро. Ладно, не буду я показывать, сейчас неохота. То есть мастевые тузы, да, одних там мастевых тузов сколько там штук? Штук 6. Король, дама, дама, валет, король, туз, дама, туз, валет. То есть только одних флэш-дро у тебя здесь больше 10 комбинаций. Поэтому, в общем-то, всем пофиг на твои 5-6, все равно будут колить. Туз, король был у него. И выиграл. Прикольно. Ну, такие маневры, они всегда заканчиваются плохо. То есть, может быть, там разово, раз, два, три повезет, но
дистанции крайне сложно это вывести. Плюс, и под крайне сложно я подразумеваю практически невозможно. Поехали дальше. Hero на SB с туз-дамой. MP, call, hero, call, fold. Чек, чек, чек. Чек, чек, чек. Терни, то есть на флопе все прочекали, то есть у МП, скорее всего, либо слабый король, либо воздух, либо какая-то средняя пара. То есть МП это рек, насколько я понял. Вот, да, МП рек. А котов это хобби-игрок. Ну, как следствие, да, то есть, в принципе, доска очень хороша для конбета, поэтому какое-то там среднее слабое эквити, как правило, ну и не готовое. Скорее всего, рек будет ставить, да, в надежде там либо выдавить, либо давить и так далее. Вот. Но здесь он не ставит, поэтому я бы его положил либо на какого-то короля. Но вот открывая СМП, а вряд ли у него там слабее король 10 руки есть, поэтому короля бы я ему здесь вообще не давал. То есть что-то вроде десяток каких-то, не знаю, валетов, да, может быть. Либо, конечно, какой-то очень хитрый слоуплей, но я в него слабо верю. Вот. Туз дамой насчет сквиза. Ну, не знаю, я, честно говоря, тоже небольшой любитель здесь сквизить. Ну, здесь, конечно, у нас хобби игрок такой, сколько? 100 ББ стэк. Ну, в принципе, можно сквизить только за счет того, что хобби игрок. В целом, 3 беты с такими руками мне не особо нравятся. Плюс еще в этой ситуации мы, во-первых, чаще будем получать сопротивление, потому что, ну, такая очевидная ситуация, что мы хотим изолировать фиша, хобби игрока, и если рек там немножко соображает, то он будет бороться. Просто так не отдаст банк. Будет 4, будет блеф 4 бетить, будет самое колить часто. И мы в итоге оказываемся против двух оппонентов, обычно. Против двух оппонентов, ну, скажем так, не самой лучшей рукой для этих позиций. Ну, я имею в виду в основном МП. Вот. Но в целом, наверное, можно и сквизить. Но и против кола я тоже ничего не имею. Вот. На терне хиро ставит. Но тут большой вопрос, стоит ли вообще эту руку превращать в блеф. То есть, в принципе, туз с одной стороны неплохой шоу-даун вэйли, но с другой стороны чек МП, как я уже сказал, чаще всего говорит о том, что у него какая-то там средняя пара. В принципе, наверное, мне даже нравится эта идея повыдавливать эту среднюю пару. То есть у нас дама, у нас блокер на дамы. Вот, и таким образом мы, в принципе, можем начать здесь давить. То есть, в диапазоне СБ тут хватает сильных рук, там всякие король X, шестерки, двойки. Ну, то есть есть чем поразвлекаться. То есть я бы здесь заранее уже, если закладывался против МП на 2 барреля, да, то есть поставить две ставки. И вопрос лишь в том, какого сайзинга эти ставки делать. И мне здесь нравится большой сайзинг, на самом деле. Почему? Потому что мы изображаем сильную руку, и к тому же в банке еще и хобби игрок. И поскольку хобби игроки их не особо интересуют сайдинги, то очевидно, что там с топ-парой, с хорошим кикером или с сетом мы бы хотели здесь подбетить и овербетить, в общем, развлекаться. Вот, поэтому, ну, Хиро здесь поставил 2 доллара. Нормально, может быть, даже и подбет бы поставил. Ну, хотя 2 доллара тоже нормально. Вот. Получаем пол от МП и терном доблифовываем, да, прекрасно. У нас тут value бетов, в принципе, много. Король X, король дама, король валет, король 10, шестерки, двойки. Ну, конечно, есть и блеф, у нас там всякая флэш-дро веселенькая не доехала в n-ном количестве комбинаций, но не слишком большой, потому что приличный кусок одномастных рук с СБ, как правило, сквизится. Вот. Поэтому, в целом, все, мне все нравится. Размер ставки на ривере, ну, хороший как раз. То есть мы, в принципе, ставим под среднюю пару, изображая там руку, которая хочет проплатиться. Вот. Но если забить на попытки сбалансировать размер ставки, то, не знаю, может быть и можно тут не особо заморачиваясь, жахнуть ему овербет там или подбет, чтобы он своими десятками там мучился и выбрасывал. Главное, чтобы не валет. Вот, ну, в целом мне все нравится. Комментарий. Интересен вам? Поехали. Тему по раздачам. И у нас Татьяна на очереди. Ну так, Киру на СБ с дамой 8 одномастными. УТГ открылся, котов заколил.
Иро. Ну, насчет этого вопроса, честно говоря, я вот небольшой сторонник таких колов, поскольку, ну, даже несмотря на то, что здесь написано, что он не сквизер, агрессия низкая и так далее, во-первых, на него всего 103 руки, это раз. Во-вторых, ну, даже не сквизер в такой ситуации будет сквизить чаще, чем обычно, да, и к тому же, ну, просто ему могут хорошую руку раздать. То есть ты не в 100% случаев видишь флоп. Вот, к тому же, ну, дама 8 достаточно сложно играется в мультипоте, поскольку дама 8 это третья флешдро и какая-то там топ-пара с каким-то там пятым, шестым кикером. Вот, поэтому в целом довольно трудно играется. И ну, для того, чтобы такую руку заводить в банк, да еще и не гарантированно, ну, должны быть очень хорошие условия на самом-то деле. Вот. Кстати, одно из условий здесь сыграть рейс. А, нет, не сыграть рейс. Я что-то думал, что они полимпились. Нет. То есть, в принципе, просто фолд. Самое такое адекватное решение. Тем более, еще у ТГ тут, видишь, у него 38 ББ, то есть не полный стек, то есть, соответственно, имплайды пониже. Вот, поэтому все говорит о том, чтобы эту руку рыть. То есть основные аргументы за то, что рыть, это ну, то, что рука слабая, сама по себе ситуация, ну, трудновато ее будет эту руку разыгрывать из-за ненацевости комбинации, в которые ты попадаешь. Ну и еще важно то, что ты не всегда увидишь флоп. Поэтому, ну, если уж только совсем какие-то там прямо ребята, которые вот любят отдавать деньги, тогда еще может быть. Ну и кроме того, на СБ фолд нам обходится вдвое дешевле, чем на ББ, а следовательно, у нас нету прям такой острой необходимости широко защищать этот малый блайнд. В общем, я за фолд в этой ситуации. Баттон, рек. Баттон открывается, хиро защищается. Чек. Чек-кол. Ну, вот мне сразу здесь, кстати, сразу же не нравится вот этот его сайзинг какой-то. Очень плотно он ставит в эту доску. Да, действительно, может не хватить там фолдекать. То есть мне сразу же не нравится вот этот его большой сайзинг, да, то есть как-то плотновато он ставит. Вот. Но как бы некоторые делают это с любыми руками, поэтому без каких-то четких нотсов я бы не стал этот телс прямо так вот широко использовать. Но звоночек какой-то есть. Плотный сайзинг. Ну, понятно, что мы чек колем. Вот, на терне выходит бубновая карта. Ну, здесь какие варианты? Ну, я не думаю, что здесь стоит начинать изображать флэш, там пытаться эту руку превращать в блеф, поскольку мы играем против диапазона Баттона. У него там просто целая куча худших рук, против которых мы можем тут легкую, да, то есть блеф кетчить. Вот. Поэтому я думаю, что здесь никаких маневров применять не стоит. Что-то хотел на Найтбота заблокировать. Сейчас думаю, на тебе такой тайм-аут на 6, на 10 минут. Сидит тот мне владит. Вот. Ну, вообще-то такая достаточно дефолтная раздача. Я не знаю, почему она тебя вызывала сложность. Если бет ривером или просто чек-кол. Ага, вот в чем вопрос. Чек-чек терном и ривером, если бет или чек. Ну, тут очень просто. Нужно определить, есть ли у нас value bet. Собственно, оппонент чекает behind на терне, но с хорошей вероятностью это и не кажется он плотным стандартный конбет 3 четверти. Я не знаю, где ты играешь, но сейчас давным-давно стандартный конбет это полбанка или даже треть банка, особенно вот в этих позициях. Здесь как бы, ну, в принципе, на этой доске, я не знаю, может быть, на этой доске можно ставить поплотнее, поскольку здесь приличное преимущество у Баттона в нациях, так как руки типа тузы, валеты, туз-валет, все это в большинстве случаев трибетится с ББ. Поэтому, когда ББ просто колет, то он, в общем-то, на этой доске достаточно так слабовато смотрится. И, в принципе, его можно, конечно, с точки зрения кахмутости пытаться поливать плотными ставками. Но только с этой точки зрения плотный конбет здесь хорош, а с остальных не особо. Вот. Ну и возвращаясь к риверу, то есть, что у меня тут в диапазоне чека на терне? Вышло бы новое флешдро, по идее, мог испугаться. Хотя, по-хорошему, он не должен пугаться, так как большинство одномастных рук трибетится с префлопа. Вот. А то, что не трибетится, частенько будет рейзить флоп, не просто колить. Ну, то есть флешей, а к тому, что флешей в диапазоне хиро тут не очень много. Довольно мало.
Вот. Но тем не менее он мог чекнуть какого-то туза, испугаться там туз, туз икс, туз валет, туз король, туз валет вряд ли, туз дама, туз король, туз 10. Руку типа король дамы, я думаю, он чаще ставил бы, изображая там флеш или что-то в попытке выбить наш валет, валеты или флоты. Вот. Поэтому, в принципе, десятка, ну, не думаю, что она его усилила. Другой вопрос, значит, нам нужно решать, есть ли у нас value bet или нет. Ну, давайте думать. Что нам здесь ответит? Лучшие тузы ответят. Ну, тут тоже, значит, зависит от оппонентов. Например, если бы я сидел здесь с чем-то вроде туз 5, да, это, в принципе, такая линия. Она смотрится совершенно логично. Конт-бет. Чекаем, допустим, терн. И ривером оппонент ставит нас, скажем, ставит 2 трети пота, там 40 центов ставит. Стал ли бы я колить туз 5? Что я бью в этой ситуации? Я проигрываю практически всем тузам, проигрываю доехавшему флешу, проигрываю доехавшему стриту по король-даме, проигрываю валету 10. А что я бью? Такой интересный вопрос. Я бью даму 10, короля 10, которые превращаются в блеф. Может быть, я бью что-то типа 6-5 крестовые, да, которые там очень откуда-то из глубины, вернее, очень сильно начали плотить. Ну, то есть, я думаю, что... Учитывая широко защищающийся на спектр на ББ и флоут без позы. А что флоут без позы? Я, честно говоря, даже не знаю, какой тут у нас флоут без позы. И при чем здесь наш флоут без позы и value bet. Мне как-то вот это не очень близко твое рассуждение, потому что все, что нам нужно знать, это есть ли у нас 50% equity против диапазона продолжения оппонента на ривер. То есть, если мы ставим, нам нужно, чтобы оппонент нас колил достаточно часто, чтобы наша ставка была плюс ЕВ. Все остальное не имеет значения, там наши спектры и так далее. Тройку я здесь никогда не выброшу. А что ты будешь, что ты бьешь с этой тройкой? Я читаю, слава, понимаю смысл кола с этой тройкой. То есть практически все бродвейные карты доехали либо стритом, либо парой. Туз. Ну, понятно, что туза ты не бьешь. Что остается? Ну, остаются какие-то, не знаю, вот как я уже сказал, вот такие руки типа 6-5 крестовые, что-то такое хитрое, которое очень сильно издалека едет. Но тут нужно вспомнить, что Баттон поставил такой конбет, против которого вот такие флоты со слабым эквити, они, ну, скажем так, не очень уверенно будут себя чувствовать. Да, вот, например, если у меня были бы 6-5 крестовые, и в меня бы влепили вот такую ставку, да, то есть тут мы понимаем, что здесь 24 примерно, бам, без рейка. И у нас такие раз, три четверти там, плотненько ставят. Ну, не знаю, я бы не стал флотить вот, на такую большую ставку. А тут даже дело не в доперах. То есть доперы, они как бы частенько ставили бы терн. Вот важно то, что просто у Баттона нету того самого достаточного количества рук, которые он бьет при волейбете. Ну, сейчас что-то я неправильно сказал. Ах, господи. У Хиро нету достаточного количества блефов для того, чтобы Баттон его мог широко вскрывать. То есть в этом проблема, да? Если бы, например, пришла бы хотя бы не десятка, а какая-нибудь там бланковая семерка там в масть, не в масть, вернее, червовая, еще, может быть, можно было бы проколить, потому что мы бьем там вот эти все бродвейные флоты, которые не доехали. Но без этого, мне кажется, что просто бессмысленный кол получается, потому что мы ничего не бьем. Только какие-то вот прямо вот такие вот очень тонкие флоты, совсем со слабым бэкдорным эквити. Ну и я не верю в то, что там на NL5 частенько будут колить что-то вроде 6-5 и так далее. То есть если мы здесь бетим, то в подавляющем большинстве случаев нас будет колить, ну, что там, лучшая рука будет колить что-то типа туз-10, валет-10, туз-дама, туз-король, которые испугались там на терне чего-то и проподконтролили. Все, больше нас ничего, скорее всего, колить не будет. Ну, вот. Диего будет колить по тройке. Ну, не знаю, мне не нравится твоя идея кола. Я вот прям реально здесь не вижу достаточного количества блефов у оппонента, чтобы мы могли плюсовый кол по слабой паре делать. Да даже по такому тузу, тут, по туз-5, например, я не уверен, что тут есть плюсовый кол. Вот. Поэтому я думаю, что вопрос с value bet'ом тут такой очень сильно оппонента зависим. Если
оппонент, скажем так, с уклоном в телефонность, тогда, может быть, еще можно придумать там вэлибет против слабых тузов, против, я не знаю, там какого-нибудь валета или даже десятки. Вот, поэтому тут сильно оппонента зависимо. То есть паттон рек, ну, мало информации. Если это соображающий рек, то здесь железно, нету вэлибета. Вот, если это какой-нибудь там, не знаю, слабый рек, ну, да. С другой стороны, можно подумать. И нет, тут я даже эту руку не вижу смысла в лев превращать. Может быть, можно, знаете, даже может быть, можно подумать, почему? Хотя, может быть, и можно. Можно превратить эту руку в блеф, да, в попытке выбить что? Туз-даму, туз-короля, туз-10 мы вряд ли выбиваем. Ну, допустим, туз-даму или туз-короля, если мы хотим выбить, взять и жахнуть здесь овербет. Да, у нас, в принципе, неплохой блокер на его сильные руки. Вот, у нас блокер на флеши. Ну, тоже, знаете, тоже такая сомнительная идея. То есть, в принципе, не знаю даже, зачем это делать. Да нет, пожалуй, мне кажется, это совершенно не нужно, тоже ненужное действие. И вот check turn говорит о его либо сдаче, либо коле. Считаю, упускаем value, или, по крайней мере, считаем мелким состоянием, но ему добавить нас больше, он поставил сам. Ну, я не считаю, что его кол это для нас хорошо. Вопрос лишь в том, с чем он будет колить. Если он нас будет колить с туз-королем, то для нас нафиг, нам это нафиг не нужно. Вот поэтому тут как бы очень серьезно нужно думать над диапазоном кола оппонента. И, опять-таки, если оппонент соображает, то он просто не найдет здесь рук, которые он бьет. Вот я вот говорю, я вот на месте оппонента, скажем, с кем-нибудь там, я не знаю, там, туз-5 теми же самыми, ну вот что я ничего не бью просто. Я вот смотрю, представляю раздачу, но какие-то там 5-10% его диапазона бета я бью, все. Дальше ничего я не бью. Ну и зачем мне здесь колить? Я бы не стал здесь колить практически ничего. Вот если бы не пришла десятка, тогда бы стал колить. А с этой десяткой, ну да. То есть ривер пришел не в мою пользу, и поэтому мне это совершенно не нужно. Вот, ну ладно, сейчас мы это тоже обсудим насчет блефкетча. Вот, что касается размера ставки, ну вот если мы поставим, допустим, треть пота, и попытаемся вот чисто за счет маленького сайзинга добрать с худших рук, ну, вот эта идея более-менее, то есть вот эта идея более-менее мне нравится, поскольку да, действительно, да, может быть, соблазнившись мелким сайзингом, баттон сможет там нажать колл с худшими тузами. Ну и плюс, да, действительно, мы меньше проиграем против лучших рук. Ну, как бы, конечно, здесь концепции насчет того, что мы хотим меньше проиграть, тут нет такой. Если мы хотим меньше проиграть, нам надо немало ставить, а нам чекфолдить надо. Вот. Но в целом идея маленькой ставки как value мне нравится. Дальше, теперь давайте подумаем о блефкетчах. Что будет ставить на ривере в этой ситуации, как блеф? То есть оппонент сыграл чек бихайнд на терне, и, ну, то есть, скорее всего, как бы ему здесь уже сложно блефовать будет на ривере. Потому что, ну, как-то он, если бы он хотел блефовать, чаще всего он поставил бы терн. Есть, как правило, такие раздачи, они просто заканчиваются либо чек-чеком, либо мы оплачиваем value bet с рукой, которую оппонент просто пропод контролем. Ну, либо доест какой-то. Поэтому сама концепция в блефкетче мне здесь тоже не особо близка. То есть у нас здесь совершенно очевидный туз, слабый туз. И как-то, ну, не знаю, просто когда твоя рука фейсап, то как бы очень сложно эту руку в плюс увести. То есть при такой линии чек-кол-флоп, чек-чек-терн, чек-ривер, ну что там, что у хиро, туз, валет или десятка, одно из трех, да, то есть и, ну не знаю, ну, против десятки, если можно, конечно, блефануть, то против туза почти нереально блефовать. Вот, поэтому мне здесь, то есть опять против компетентного оппонента, мне здесь чек-кол тоже не нравится. Вот, так что если мы чекаем, то скорее всего здесь чек-фолд мы должны играть. Просто потому, что оппонент на ривере, ну, по крайней мере, по логике раздачи, он не должен вообще блефовать, потому что он упустил момент. То есть, и к тому же у него тут, в принципе, хватает value bet. То есть у него тут есть value bet с сильными тузами, с валет 10, с король дамой, с которой он там что-то не стал блефовать. Вот, то есть есть у него доезды, и
Как бы эти руки он вполне может поставить. В реалиях NL5 не доблифовывают по риверу, особенно по такому. Ну, тем более, если не доблифовывают, то значит, не знаю, правда, про кого ты говоришь, про Баттон или про Хиро, но все равно в обоих случаях наше решение верно. То есть в этой ситуации, я, мне кажется, лучшим решением поставить маленький бет на ривере, что-то в районе 15 центов, и как бы таким образом сделать, ну, подогнать свое equity под 50% и выше, и таким образом, ну, сделать плюсовую ставку, либо чек-фолд. Роль 8, ну да, то есть он просто зашатдаунился и не стал ничего делать. Ехали дальше. Хиро открылся с баттона, с королем, СБ заколил. И у нас вот такая вот забавная доска. Хиро поставил, СБ рейзнул. Хиро заколил. Вау, надо же. Ну, должен сказать, что у игрока с такими вот статами, тут вообще на такой доске практически не должно быть сильных рук. Не должно быть у СБ тут вообще сильных рук. То есть что у него тут может быть из сильных рук? Туз-дама, как правило, 3-бет. Туз-10, здесь только самоубийца будут рейзить. Две пары, ну какие две пары? Дама-10. На мой взгляд, здесь рейзить даму-10, это означает давить стек. Тем более, еще я смотрю, здесь глубокие стеки. И вот, то есть получается, что из сильных рук у него в диапазоне только король-валет. Но при этом мы должны помнить, что король-валет частенько 3-бетит. Да? Если особенно, ну, одномастный, почти всегда 3-бетит. Вот. Разномастные, ну, в принципе, да, разномастные могут быть. Вот. Поэтому в этой ситуации, как бы, да, у оппонента, что у него в диапазоне рейза из сильных рук есть? Да, собственно, получается, что сколько там выходит? У нас блокер на короля. По-моему, 8 комбинаций короля-валета вроде и все. Но и то не всегда 8, поскольку часть разномастных 3-бетится тоже. Вот, и далеко не всегда здесь тоже будет рейзиться. То есть я думаю, что где-то примерно 6 комбинаций короля-валета разномастных, если он вообще играет колом с СБ, такие ребята тоже не всегда встречаются. На ББ фиш, так что, скорее всего, там есть туз-дама. Ты знаешь, туз-дама здесь рейзить, на мой взгляд, тоже такое самоубийство, поскольку в диапазоне баттона есть тузы, есть дамы, есть десятки, есть король-валет, все комбинации. И то, что ты здесь рейзишь топ-допер, то есть тебе отвечают либо руки, против которых ты далеко позади, вот, либо тебе отвечают хорошие дро, против которых у тебя нет серьезного преимущества по эквити. Поэтому, не знаю, тоже глупо рейзить такую руку. Просто напоришься в итоге на большие проблемы. Вот. Так что рейс его, конечно, здесь сильно смещен в сторону блефа какого-то. ВВ действительно фишной игрок сидит, поэтому должен у него быть более широкий диапазон. Вот, но именно в качестве рейза, ну, честно говоря, я вот даже не представляю, что здесь может просто какой-то флешдро рейзить, просто какой-то блокер, как блеф. Странно. Ну, как бы то ни было, после того, как мы заколили, здесь у нас, наверное, другой опции нету, только кол. Можно, конечно, подумать о ререйзе, но фактически это какое-то превращение руки в блеф, с одной стороны. А с другой стороны, ну, почему бы и нет. Мы подзащитимся от флешдро, может быть, иногда даже выдавим что-то вроде дамы 10. Туза 10, то есть лучшие руки. Ну, это такой немножко аркадный этот самый.
Валет 10. Ну, валет 10 тоже может, конечно, рейзить, там какой-то устроить такой веселый блеф. Вот. Но я думаю, что это не особо частая ситуация, потому что, ну, как бы большого смысла в этом рейзе я, честно говоря, не вижу с валет 10. То есть у тебя нормальный блеф кетчер с шансами на усиление. То есть какой смысл в этом рейзе? Лучшие руки практически не выбиваются. Только если там планируешь какие-то веселые баррели. Сильный бродвей на префлопе. Ну, тут сильного бродвея только король валет нас интересует. Я бы фолдил флоп, агрессия небольшая. Блин, вот я бы на этом месте смотрел бы вот на вот это, на 160 рук и все. Уже даже ни о какой агрессии тут говорить нечего. 160 рук это не показатель для частоты агрессии. На 160 рук там, не знаю, ты даже не все комбинации покерные, там 10% покерных комбинаций. 1324 стартовые руки в покере. А человек сыграл всего 160 рук, то есть, ну, просто даже не все комбинации раздали. Вот, так что, когда вот такое количество рук, я, например, лично я смотрю в основном только на то, рек это или не рек, и примерно хоть сколько он рейзит, чтобы представлять, какой у него диапазон приблизительно, и все. Все постфлоп статы это белый шум, то есть ты просто обманываешься. Вот. Мне здесь близка идея, после того, как мы заколили вот этот его рейс. Кстати, обратите внимание, что рейс такой небольшого размера. Заметили, да? То есть представьте вот себя на его месте, да? У тебя король валет, оппонент ставит 1326, по-моему, 1324. Нужно там 51 на 52 умножить, поделить пополам. Да, ты прав, 1426. Вот. Так, и да, вот здесь. После того, как вышло вот это самое флеш-дро, да, оппонент чекает, здесь, ну, в подавляющем большинстве случаев, да, в 99% случаев у него нету флеша. Вот, нету флеша, и я бы здесь серьезно очень задумался о превращении своей руки в блеф. Да, то есть здесь, в принципе, вот в таких глубоких стеках вполне реально выбить его стрит. Да, то есть оппонент адекватный, вроде как рек и все такое. То есть я говорю про то, что да, у нас в диапазоне баттона этих флешей тут полно, да, штук 15 как минимум есть. И вот в этот момент, когда вот он здесь чекает, да, то есть мы понимаем, что он, ну, в лучшем случае у него стрит. Все. Может быть, у него стрит с крестовым королем. Но это не важно, мы все равно на ривере будем выбивать. Ну, по крайней мере, на большинстве риверов, которые не спарятся. Вот, поэтому в этой ситуации я бы здесь поставил бы плотно. Может быть, там даже под бет. Ну, короче говоря, идея такая, что я хочу на ривере поставить большую ставку. То есть я бы здесь поставил, наверное, под бет. Если он зачеколил бы, то на бланковом ривере я бы all-in поставил овербетом. То есть сколько у нас бы там получалось, какой размер стека бы выходил. Мы здесь ставим доллар 69, он колет. Что у нас получается? 3 с копейками, 3,4. 4, 3, 4, 2, 5, что около 5 получается банк. При этом мы потратили 2, да, то есть у нас здесь около 2, 8. Ну да, у нас чуть-чуть больше под бета получается, all-in на ривере. Вот, и таким образом на бланковом ривере мы можем запихнуть all-in, и это на самом деле окажет просто огромное давление на оппонента, и здесь, в общем-то, стрит сбрасывается достаточно легко. Я уж не говорю о каких-то там сетах или доперах. Да, в стеке около 8, 7, 7, 63, да, я правильно посчитал там. К риверу примерно под бет all-in получается. Если мы под бет на терне ставим, то к риверу мы около под бет all-in, или там небольшой овербетик. Вот, поэтому как раз хорошая ситуация, да. Да, хорошая ситуация, чтобы превращать своего туз короля в блеф и завать. Вот. Но, к сожалению, конкретно этот ривер, на вот этом ривере, конечно, вам придется сдаться. И просто чекнуть behind и надеяться, что у него там туз-10. Кстати, туз-10 мы пьем. Давид, но мы же тоже не можем презентовать много флешей. Почему? Мы все флеши можем презентовать. Такие вот мы открываем с баттона. Тут же нас не трибетят, просто колят. Вот мы открываем с баттона, и посмотри, какое тут количество флешей. Сейчас.
Флэш-дро. 41, 41 комбинация флэш-дро. 41. И при этом все их мы играем бэт-колом. То есть получается, что у нас все прекрасно с флэшами. То есть на 6 крестовом терне у нас 32 флэша. Даже больше, чем я думал. Да, тут как раз хорошая тема превращать эту руку в блеф. Ну, как бы у нас, нам нужно балансировать наши флэши, нам нужно делать так, чтобы у нас при такой линии не только флэши были в диапазоне, иначе как-то уже очень читабельными получаемся. Вот. Ну и это, в общем-то, неплохая рука, чтобы ее превратить в блеф, почему бы и нет. Вот. Ну, конкретно здесь, конечно, уже что там у нас было? Семерки. Это смешно. Ну, то есть оппонент какой-то шансовой, я таких называю шансовыми. Ну, то есть, конечно, рейс с семерками на такой доске, это ну, просто бессмысленно. Он бы не скинул стрит, почему? Чего бы это? Вроде нормальный пастатор, нормальный рек, и в такой ситуации, я не знаю, кем нужно быть, чтобы не сбросить стрит. Но если только у него там король крестовый, он какими-то уже очень хитрыми размышлениями пришел к тому, что мы превращаем в блеф туза. Мне кажется, что это будет очень редко, и даже если он там в 10% случаев там у нас какой-то прохиро колет, то в остальных 90% он прохиро фолдит. Хера фолдит. И таким образом у нас будет отличнейший плюс, что мне все равно нравится здесь идея превращения руки в блеф. Так, дальше. Смотрим дальше. По МП залимпился. Лимп 1, лимп 2. Hero is elated. Call, call. Попали в хорошую доску. Hero у нас BB is elated. Ставим конбет. Call. Терном чек call прекрасно. То, что нужно. Ривером у нас снова лепят. Мы роем. Какие-то неизвестные фиши. Нужно ли нам здесь скрывать? Ну, конечно, с одной стороны у нас тут блокеры на все его дрова. У нас блокер на недоехавшее стритовое дро. У нас блокер на флэш дро. Что он здесь будет уверенно вэлюбетить? Ну да, мы валета, очевидно. Я думаю, что здесь, скорее всего, фолд как раз-таки оправдан. Мы здесь совершенно не ожидаем, что у нас будет пытаться заблефовать слишком часто, и поэтому можем здесь совершенно спокойно выбирать лучшие руки для колдауна. Например, даму X, да, даму, начиная от король дамы, там даже дамы 10. Вот, почему? Потому что мы с той же король дамы мы бьем какие-то его дамы. Бьем какие-то маразматические там блефы, типа, не знаю, там, туз-9, например. Сколько раз я видел, когда вот такой хобби-игрок зачем-то, совершенно непонятно зачем, ставит какую-то среднюю пару на ривере. То есть это не блеф, это и не вэлью, то есть черт знает что. Я помню, много раз скрывал по тузу в ситуациях, там, не знаю, допустим, там, я не знаю, король-король, 7-7. Нет, плохо. Ну, короче, неважно, короче, как там много дро не доехало. Вот, и на ривере оппонент вместо того, чтобы сыграть чек-бихайнд с какой-нибудь там четвертой парой, зачем-то ее ставит. Я такой красивый раз, его с туз хай, блеф колю и проигрываю. Очень так после этого становится грустно. Вот. Так что я думаю, что здесь мы вполне можем подобрать лучшую руку для блеф кетча, нежели эта девятка. Хотя бы туз 9, чтобы было бы. Чтобы вот эти дурацкие средние пары бить. Но так вполне можем от дамы его скрывать. От дамы, каким там королей, тузы и так далее. Смысла нет скрывать, он дешево дал нам прикупить ауты. Но не, я с тобой опять не согласен сегодня, что-то мы все время не согласен я со всеми, вот такой вот сегодня день. Тут как бы вопрос не в том, что он нам дал или не дал. То есть у нас конкретное решение на ривере. То есть ставка, есть оппонент, есть его диапазон. И нам нужно решить,
Пролазит ли наш коул в этой ситуации или не пролазит? Решения на ривере, они, как правило, самые простые. Ну, что мы здесь? Даем ему какой-то диапазон, с чем он там тащился. Штук, наверное, 15 флешдро. В принципе, вообще, так если задуматься, у него, конечно, тут и блефов тоже хватает, да? Давайте вообще-то разберем эту раздачу, что мы тут выдумываем от себя. Мне даже самому интересно. Я сначала думал, что фолд, а сейчас мне больше кажется, что у нас есть фолд. Ну, ладно, давайте разберем. Это, на самом деле, важный момент. Если мы думаем о дешевизне наших аутов, играли бы от чек-кола. Не совсем понял, к чему это. Мы на терне не ставим, потому что мы просто не выбиваем лучшие руки. Нам нужно расширить диапазон оппонента за счет чека, чтобы он, там, не знаю, какую-то слабую руку проставил, какое-то слабое дро, ну и в том числе и бесплатная карта нам здесь тоже совсем не помешает. Так, что у нас тут в диапазоне-то? Лимпа. Дадим вот так вот широко достаточно. Дамы. Большую часть дам, валеты, такие средненькие тоже, дамы. Сейчас мы разберем, что там, с чем там лучше вскрывать. Так, десятки практически все, да? Ну, давайте самые слабые уберем. Так, дамы сюда, десятки. Какие-то вот дурные девятки у него тут могут быть. Еще. Король 10, туз 10. Король X просто может быть. То есть, может, мог он протащить гадшот на флопе и потом упихать его. Ну, вот так, какую-то часть из этих рук дадим ему. Так, что еще? Девятки. Ну, делаем валеты и дамы в больших количествах, в том числе и тузы, и короли. Ну вот, что-то вот в этом духе, мне кажется, вот примерно его диапазон, что-то вот в таком роде. Да, что-то я начинаю, мне начинает казаться, что мы сейчас должны его будем скрыть. Давайте смотреть. Так, на флопе, что нас колет на флопе? Ну, допустим, часть стритов. Часть он бы рейзил. Ну, скажем, процентов 60 стритов, 70 колет. Сыты тоже, две пары тоже. Топ-пара колет. Слабая пара, средняя колет, слабая пара колет. Флэш-дроу, ESD, гадшот, все колет. Ну, короче, примерно все колет, судя по всему. Что роет? В общем, вот его диапазон кола. На терне, что он ставит? Очевидно, все сильные руки, трипсы, оверпары, топ-пару наверняка ставит. Будет ли он ставить среднюю пару? Средняя пара, скорее всего, нет. А то дро может поставить. Раз дро, два дро, гадшот. А тоже практически весь диапазон оказывается. Ну и на ривере что он будет ставить? Топ-пару. Все сильные. Ну, у него тут, кстати, не готовых рук-то всего ничего. Ну, допустим, все вот это он превращает в блеф. Допустим, даже он слабые пары превращает в блеф. То есть против этого диапазона у нас 27%. Нет, вроде кол не пролазит. Да, у него тут действительно слишком много сильных рук. В основном за счет такого количества валетов. Средняя пара это десятки, нет, девятки. Десятки и девятки. Вот, weak pair. Да, в основном девятка. Ну вот да, то есть проблема в том, что мы не бьем даже средние пары. Если, допустим, мы удаляем средние пары из пайщиков, ну еще все еще хуже для нас. Топ-пара. Ну, да, то есть, да, получается, что у нас не пролазит кол. Интересно, если, допустим, мы вернемся во флоп и дадим ему вот такую вещь, что он будет рейзить, скажем,
начиная от топ-пары. 28% топ-пар, примерно, скажем, половину он рейзит. То же самое с оверпарами. То же самое с допером. Ну, короче, сильные руки он играет рейзом. Мы все дали ему в кол. С этой неохотой. Так, в таком случае на ривере у нас будет, ну, все равно 29%, все равно там не будет хватать нам на кол. Там что, нам 33 нужно, да, по-моему? Вот, так что, да, можно рыть. Ну, еще минус рейк. В общем, фолд. Да, здесь у него, конечно, блефов хватает, но важно то, что у него к этим блефам еще и куча вэли. В основном за счет вот этих валет икс рук, которые доехали трипсом. Их тут прямо целое море. Да, 38 трипсов у него и 52 топ-пары. Это даже при условии того, что он часть топ-пар будет рейзить на флопе. Да, многовато у него тут value. То есть просто не пролазит у нас кол. Хороший фолд. Молодец. Так, едем дальше. Король 3, хиро открылся, ББ, ББ защитился. ББ конбетит, получает рейс, колит. Второй баррель фолдит. Почему? Здесь как раз таки такая доска, где у оппонента не так много сильных рук. Вот. Зато много возможностей для блефа. Да? То есть у нас тут, смотри, что у него из сильных рук? Шестерки. Ну, наверное, тоже можем разобрать. Делаю, чтобы лучше было видно. Так. Ну, сет, конечно, да, тоже может быть. Но помимо сета, тут смотри, еще сколько всего. Так, доска у нас король 9-6. Так, что у нас тут на ББ? Это вроде понятно, рек, не рек, кто это вообще. Если это рек, тогда все проще. Если это не рек, тогда все сложнее. Ну да, только помимо этих сетов, во-первых, девятки очень часто трибетятся. Король 9, одномастные, ну, тоже иногда трибетятся. Ну ладно, король 9, король 6. То есть шестерки, девятки я ему практически не даю в этой ситуации. Так, король 9, король 6, это его сильные руки. Король 9, разномастные. Король 9, одномастные. Король 6, одномастные, скорее всего. Король 6, разномастные, не часто защищают. То есть, в принципе, вот его value race. Ну и на этот value race тут целая куча всяких street draw и так далее. Да. Король 6 одномастный, скорее всего, зайдут. Разномастный вряд ли. Так, street draw у нас, чего у нас тут? 8-7, пожалуйста. Разномастный, не знаю, ну, некоторые не заводят. Я завожу. Вот процентов 70 дадим. Всякие там валет 10. А, дама валет. Тоже, правда, не полностью. Это руки для 3-бета чаще. Разномастные зато зайдут. Все это вполне может рейзнуть, как гадшот. Вот. Какие-то, собственно, свои гадшоты здесь, да, там 10-8, например. 9, нет, 8-6, не 8-6. 7-5. Просто может пара рейзнуть, пара плюс бэкдор, допустим, 6-7 бубновые. Ну, я к тому, что здесь довольно много этих самых дро, которые будут рейзить, которые будут ставить терн вот, почти всегда. Поэтому как минимум два кола здесь есть. То есть у тебя, в принципе, неплохая рука. Ты блочишь король 9, блочишь король 6, не блочишь только шестерки. Ну и как бы и хрен с ними. Поэтому я думаю, что здесь нужно в обязательном порядке как минимум два раза колить и уже принимать решение на ривере, исходя из того, что выйдет на ривере. И в целом здесь как бы у тебя, в общем-то, слишком часто на такой доске у тебя есть кулдаун. Ну, если есть такая информация, что они боятся ставить ривер, ну, тогда кол флоп, кол терн и фолд ривер фланговый. Вот. Ну, то есть я к тому, что такую руку на второй баррель сбрасывать точно не стоит. На второй баррель
А второй баррель стоит сбрасывать какие-то бэкдоры, какие-то слабые дро, которые ты флотишь на рейз. Например, вот он рейзнул, ты там с дамой валет бубновыми, например, нажала кол, и терном пришла вообще не твоя карта, ну, здесь ты уже роешь. А такой хороший блефкетчер не стоит. На бланковом ривере вскрывать, но тут тоже сильно оппонента зависимо на самом-то деле. То есть в целом у тебя, конечно, хватает здесь рук получше, чтобы не вскрывать, но при этом у тебя король 3 – это рука, которая практически не блочит диапазон блефа оппонента. Допустим, король дама блочит там, или король валет блочит этот самый король короля валета и валет даму валет и валета 10. То есть часть его блеф диапазона блочит. Поэтому если выбирать блеф-кетчера между король дама и король 3, то король 3, конечно, получше. Ну, если не предполагать, что оппонент умеет здесь рейзить король даму или короля валета на вэлью. Такие тоже бывают. Но в целом, ну, я бы часто вскрывал на бланковых. Но здесь, видишь, люди говорят, что на этом лимите не блефуют, не часто блефуют третьим баррелем, поэтому можно рыть. Мне тоже кажется, что в вакууме рука слабовата для кола. Тут относительная сила руки, вернее, абсолютная сила руки не имеет такого значения. То есть у нас тут эту руку стоит рассматривать не как король с кикером 3, а как топ-пара без блокеров на блеф и оппонента. То есть маловероятно, чтобы какой-то адекватный рек-игрок здесь стал рейзить, например, короля валета и проставлять тремя баррелями его. Ну, тем более относительно плотными ставками. Вот, поэтому, в принципе, здесь у тебя топ-пара есть, то кикер практически не имеет значения. Вот, а здесь кикер хорош, потому что не блочит его блефы. Например, там что-то типа король 10 с крестовой десяткой был бы гораздо хуже блеф-кетчером, чем вот этот король 3, потому что блочит кучу блефов оппонента. А король 8 с крестовой восьмеркой вообще адски плохой блеф-кетчер. Вот, поэтому, если уж выбирать, то вот я бы с таким охотнее вскрывал, нежели там, с тем, тот же самый король дам. Вот, ну, видите. Говорят, что не блефуют. Но должен сказать, что на том же NL25 я постоянно сталкиваюсь с недоблефовыванием ривера. И, в общем-то, это нормальная ситуация. Короче, call turn и fold на ставку ривера. Так, следующая раздача. Это мы уже видели. Это мы обсудили в первом топике. Так, дальше. Hero на BB туз 9. Raise, Hero call. Котов бетит плотненько так. Hero играет рейзом. Ну, здесь я сразу могу сказать, что мне тут рейс однозначно не нравится. То есть котов, сколько у него там сильных рук. То есть, когда мы вообще делаем какое-то агрессивное действие, бет или рейс, в первую очередь мы должны себя спросить, что я сейчас делаю. Я сейчас блефую или я сейчас value betчу? То есть, вот когда мы играем рейс туз 9, мы блефуем или мы value betим? Наверное, все-таки скорее мы блефуем, потому что диапазон продолжения оппонента, да, то есть, вот, у него просто количество оверпар в огромном масштабе. И ко всему прочему, у нас еще впереди три улицы. И бог его знает, чем все это закончится. Давайте попробуем посмотреть, как это все выглядит. С чем оппонент будет играть бэт-кол в этой ситуации? Очевидно, сеты, очевидно, все оверпары. Очевидно, топ-пары. Топ-пары, топ-пары, топ-пары. Да, допустим, топ-пары. Мелкие карманки снизу. Очень сомнительно, что он вообще их будет. Во-первых, не всегда будет бет, во-вторых, бет-кол. Ну, тоже так. Ну, допустим, какую-то часть будет играть. Скажем, в половине случаев. Ну и ESD, ну какой-то гадшот, наверное, будет протаскиваться. Ну, собственно, вот и все. Против этого диапазона у нас есть 54% equity. Можно сказать, что это value bet. Но на самом деле, value bet имеется в виду
50% equity у него должно быть, если мы ставим на ривере. Только в этом случае мы чистый value bet получаем. А во всех остальных случаях мы должны руководствоваться по итоговому EV раздаче. То есть если мы имеем плюс EV с нашего действия, тогда да. Вот, но здесь проблема в том, что вот, как бы, ну, сценарий. Да, то есть вот мы сыграли рейс с этим туз 9, вышла какая-нибудь там дама. Это не донг. Почему донг? Это не донг, это чек-рейс. Хиро на ББ играет чек-рейс против котов. Вот, то есть я говорил про то, что мы рейзнули туза 9. И что дальше? Оппонент заколил. Вышла бланковая карта какая-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь валет. Что делать с этим туз 9? Ставить? Плохо, потому что вот выходит валет, так? Мы ставим. Что нас колет? Нас колет, ну, допустим, так. Мелкие карманки нас уже, скорее всего, не колят на второй баррель. То есть нас колет в основном оверпары. Может быть, нас проколет, да, десятки проколет, как бывшая оверпара. Часть девяток проколет, небольшая, уже испуганная. А какие-то мелкие девятки уже отвалятся. Там, не знаю, туз 9, может быть, король 9 проколет. Ну и, собственно, и все. Ну да, вот флеш-дроу протащится, наверное. Опа, и уже у нас в этой ситуации никакого value bet'а нету. У нас в этой ситуации всего лишь 30% equity, но еще и плюс одна улица впереди. Ну, поэтому печаль печальная. И получается, что второго барреля у нас в этой ситуации нет. То есть зачем нам тогда рейзить флоп, если мы даже на бланковом терне не можем продолжать вторым барреле? Вот. Поэтому как бы рейз флопа в этой ситуации мне видится совершенно таким бессмысленным. Чек-кол, самый такой дефолтный дефолт. Я вообще здесь вижу не очень много смысла в диапазоне, иметь вообще диапазон рейза. Ну просто потому, что мы, по крайней мере, против агрессивных оппонентов, мы очень сильно теряем. Да, то есть здесь в целом у нас слабый диапазон. У оппонентов сильные диапазоны, у котов-а, да, и тут как минимум 2-3 барреля очень часто стоит ожидать, и в том числе даже на слабом эквити. Поэтому выгоднее, чем чек-кол, здесь никакой игры нет, вот, просто никаким образом. Вот можно, конечно, там какие-то оптимальные линии выдумывать и балансировать свои рейзы с сетами. Кстати, значит, что касается сетов, у нас их тоже всего-то там ничего. Двойки, тройки, девятки обычно требетятся в этих позах. Ну, то есть получается, что у нас, во-первых, мало value, вот, а во-вторых, мало смысла это value raising, собственно говоря. Вот. Поэтому плюс мы еще все усложняем решение. У нас там глубокие стеки. 160 ББ эффективный стек почти что. И все, к чему мы придем, это к сложному решению там, на терне, на ривере. Вот здесь вот Hero ставит, стрипсом получает рейс. Опа. Уже начинается привет. Вроде как у тебя одна из сильнейших рук, но все равно ты проигрываешь, все равно ты выбрасываешь на пуш ривера. Ну, в принципе, некоторые реги играют так ту пару на value. Да-да-да-да-да. Я вот, в принципе, с этим не буду спорить, потому что, например, на доске, скажем, король 3-2 в этих позициях руку, там, типа король дамы, можно сыграть на value. Потому что тебя будет колить энное количество королей хуже и как минимум две улицы. В принципе, там можно изобрести value. Но в ситуации, когда против тебя раз, два, три, четыре, пять оверпар, ну, мне кажется, это очень сомнительное value. Да? То есть ты просто оплачиваешь оверпары оппонента. Причем самостоятельно. Добровольно, скажем. Ну, дальше как сыграно, в принципе, уже понятно, конечно, печаль. И вот. Котов, конечно, тоже так плохо рассчитал сайзинги. То есть ему пришлось на ривере овербетом пушить. Тогда ему нужно было сделать рейс на терне побольше. Ну, здесь я тоже, честно говоря, особо вариантов других не вижу. Тут как бы класть оппонента на трипс слабее или на блеф, ну, тоже достаточно сомнительно. Что произойдет терн? Да что угодно. Какие-то фулл-хаусы. Фулл-хаусы, скорее всего. Двойки, тройки.
Ой, да, все время забываю. Спасибо, что сказали. Так сделаю, не буду забывать. Вот, что он там рейзит? Двойки, тройки, в принципе, наверное, больше ничего. 9-8 он может рейзнуть. Типа для дешевого шоудауна и ривером заулынить. Что касается блефов, ну, мне кажется, очень сложно вот здесь, дать здесь какие-то блефы. Плюс еще мы бэкдорные флэш-дро блочим. И вообще нетипичная игра для блефа. Ну, то есть очень редко мы здесь увидим что-то хуже фулл-хауса на двойках-тройках. Поэтому в целом, да, послоп, если не считать флопа, нормально сыграл. А на флопе я бы с этой рукой играл бы чек-кол, чек-кол, чек-кол и... Вот на терне интересная ситуация, да, то есть пришел этот трипс, и оппонент наставит второй баррель. Наверное, да, пожалуй, здесь лучше будет на терне уже с трипсом сыграть чек-рейс. Тут уже немножко другие диапазоны будут. Вот, и у нас и блеф тут имеется. Вот, так что мы сможем сбалансироваться. Поэтому чек-рейс на вылью с топ-трипсом мы уже можем играть. Забавная раздача. Терн, ну, терн точно не надо выкидывать, потому что, во-первых, могут наши ауты прийти, во-вторых, не факт, что оппонент пихнет ривер. Может быть, он там поставит треть пота, мы вскроем и заберем у король 9. Какие блефы на таком терне? А нас, честно говоря, блефы не сильно интересуют. Нам, мы бьем тут какие-то, не знаю, тузы, которые хотят дешевый шоудаун. Мы бьем часть трипсов оппонента. Нет, это не чек-рейс, чек-рейс. Это чек-рейс и бет-кол. То есть, Иро чек-рейзнул на флопе, поставил терн и получил рейс. А я бы играл чек-кол флоп, чек-рейс терн. И на таком ривере поставил бы. Если бы я поставил бы, скажем, здесь тут сложно посчитать ставки, но я поставил бы где-то, наверное, полбанка, не больше. То есть у меня просто в диапазоне чек-рейза терна не так много блефов, чтобы я ставил плотные ставки. Ну и на пуш, видимо, отваливался бы. Ладно, смотрим дальше. Туз-валет, одномастный. Иро открылся, получил кол от ББ, над свой флешдро, поставил, получил рейс, заколил. Терном вторая ставка, кол. Ну, Хиро, это ривером бланк. В целом, эта шестерка для нас хорошая карта, поскольку уменьшает количество сильных рук у оппонента, уменьшает всякие 9-6, шестерки. 6-2 и так далее. И в целом, почему бы и не вскрыть? То есть у оппонента здесь однозначно есть блефы. Да, лучше, чем бланк. То есть, вот, однозначно есть блефы. То есть всякие там 8-7, гадшоты, флешдро, ну что угодно. В конце концов, он мог там какой-то бэкдорнер даже флешдро рейзнуть. Вот, так что в целом совершенно нормальный кулдаун. Иногда мы даже побьем тут value bet с чем-то вроде, я не знаю, там, короля валета или валета 10 какого-нибудь. Правда, не очень вероятно, поскольку бэкдорный валет 10 тот. Вряд ли мы сможем увидеть из-за того, что крестовый валет здесь, если, скажем, был новый валет был. Хотя. В целом, да, я, честно говоря, не представляю здесь другого варианта. То есть нам нужно играть здесь кулдаун. Если только у нас нет ноцев, что там оппонент прям такой не тяра, не блефует. 10-8. Ну, прекрасно. Рассудите, закончите целый вопрос. Ну, в принципе, я, да, думаю, что я на все ответил в этой раздаче. Тут такая раздача легкая. О, я вижу. Странный парень, я критиковал очень сильно в одном из моих видео, сейчас приходит мне на оценку раздачи выкладывать. Это я не понимаю. Ладно. Хиро открывается с туз королем, получает 3 бет.
спрашивает, что с этим, что делать. Оппонент какой-то непонятный, то ли это Покер Старс, скорее всего, это фишной игрок, без докупки играет. Ну, собственно, тут без вариантов. 4 бет с одномастным туз королем, кол пуша. Вот. Перебет или пуш. Но я не вижу смысла в пуше в этой ситуации. Сделать обычный 4-бет, пускай оппонент колет там с какими-нибудь ценными дамами, валетами, король дамами, там с туз 5, с чем они там иногда 3-бетят. Сайз на план на постфлоп 4-бет поте. Попал в туза, попал в короля, выставляйся. Не попал, ну, либо играешь блеф кетч, либо пытаешься выдавить оппонента. Такой вопрос, тут я целую теорию должен расписать, чтобы на него ответить. И при этом совершенно бессмысленно. Надо выкладывать конкретные раздачи, где можно обсуждать те или иные ситуации или линии. Так в сферическом вакууме обсуждать коня. Совсем правильное занятие. Я бы играл 4-бет практически всегда, потому что рука сильная, хорошо играется, оппонент какой-то мутный. Против его диапазона 3-бета мы стоим хорошо. Так что вперед, рейс. Разгоняем банк. Так. Первый на катофе с туз дамой. Открылся, получил 3-бет. Известный оппонент. Вроде рек. Хотя не факт. По крайней мере, меньше вероятность, что не рек. Так, и заколил, поймал над свое флэш-дро. Чек-кол сыграл. Я здесь сразу скажу, что с нацевым флэш-дро и с такими хорошими блокерами мне совершенно не улыбается играть чек-кол. Поскольку, объясню почему, поскольку, во-первых, мы достаточно сильно блочим его мощные такие блеф-кетчеры, то бишь туз короля, тузов, король-даму. Вот, а во-вторых, то есть у нас, собственно, у нас нацевое флэш-дро, и на этой доске у оппонента довольно много флэш-дро хуже, да и вообще дро хуже. Да, там всякие дама-валет 10, в том числе и с бэкдорами. Вот на терне вышло подкрепление для валет-10, да, то есть появилось стриптовое дро. И исходя из этого, как бы я бы здесь однозначно вкладывался. То есть основная мысль в том, что мы сильно доминируем, сильно впереди приличной части диапазона оппонента, состоящей из дров. Вот, и при этом мы блочим топ его диапазона, да, то есть туз королей, тузов и так далее. Привет, Бачинский, чат пустой, потому что технические проблемы на канале, в общем, справа от раздачи чат, там все то же самое там. Поэтому я бы здесь планировал бы чек-рейс на какой-то стадии, либо вот здесь чек-рейс и пуш, там терн, либо вот здесь чек-колл-ин. Ну, в общем, чек-колл мне здесь точно не нравится, потому что после наших двух чек-колов наша линия уже очень похожа на короля. И редко кто в нее будет блефовать, недоезды. Редко кто в нее будет пихать. С другой стороны, если приходит наш аут, наше флэш-дро, то, скорее всего, ну, то есть только кулерная, если только оппонента флэш, только тогда он пихнет. Ожидать, что он будет пихать там с какими-то, не знаю, там с королем, например, с туз королем или с чем-то таким, навряд ли стоит. То есть получается, что мы просто не оплачиваемся. Ну, короче, то есть здесь основная мысль именно за чек-рейзи терн. Я бы, скорее всего, так сыграл чек-кол флоп, чек-рейз терн, чек-пуш, вернее, терн. И смотрел бы, что будет дальше. С позиции зрителя. Давайте, на самом деле, разберем эту раздачу во флоп-зиле, чтобы подкрепить, так сказать, слова делом. Слова телом. Так, туз дама. Так, диапазон 3 бета баттона. И тут комменты есть. Неизвестный оппонент. Ну, предположим, что это рек. То есть против шах, в принципе, та же самая фигня. Если у него АК, то мы же позади. Да, конечно, мы позади, если у него АК.
Так, диапазон 3 бета Баттона против Котофа. Там у нас что-то вот в этом духе. Вот эти все руки можно добавить. Вот это король дамку какую-нибудь. Так, что еще? Вот эти все руки тоже частенько трибетят. Король 10. Вот это трибетит, правда, не всегда. Но бывает. Эти дадим неполный диапазон. Так, 6-5. Да, мастер-класс с королем 7 был то, что надо. Валет, ну, туз валет нас не сильно интересует. В общем, вот что-то в этом духе. Конбет ставит в эту доску, наверное, большая часть диапазона. И что колет? Да, большая часть диапазона. Давайте думать, что поставит. Средние пары навряд ли поставят. Слабые пары девятки. Ну, могут поставить. Сколько он тут поставил, кстати? Полбанка. Не знаю, может и не поставят средние пары. Ну, предположим, что не поставят. Так, гадшот поставит однозначно. Блефов тут целая куча будет. Какие там не готовые ручки. Так, гадшот, бэкдоры какие-то поставят на обязательном порядке. Вот что-то в этом роде. Обратите внимание на наш эквити против этой руки. 67%. Так, терна выходит. Что там, крестовая, пиковая восьмерка. После нашего чек-кола, ну что там наша линия, на что смотрится? Средняя пара какая-нибудь вполне может быть. Туз-хай иногда. Дро, в том числе и гадшотная. Поэтому, что у нас ставит? Топ-пара. Сильные руки. И целая куча там всяких веселеньких дро, да? То есть, кстати, на самом деле их не так уж и много, но они есть. То есть гадшот от второй баррель от гадшота. Я не знаю, ну тускай далеко не всегда, конечно, будет дальше баррелить. Ну вот, приблизительно вот что-то вот в этом духе. Здесь, я думаю, можно убрать короля 10 под контроль. Кстати, получается, что чек-пуш здесь не очень-то хорошо смотрится. Забавно. Почему? Я что-то не так сделал? Давайте искать. 6% сетов, та-та-та. Топ-пар многовато у меня вышло, конечно. Да. Что будет колить пуш, если мы запушим? Ну, допустим, сильные топ-пары проколят. Флэш-дро. Комбо-дро особенно. Гадшот сбросится. ОЕСД. Не знаю, тоже, скорее всего, сбросится. Да, конечно, нет. Получается, что у нас пуша нет. Что-то я косякнул с количеством топ-пар. Многовато топ-пар выходит. Да, в таком случае чек-кол. Хорошо, что проверили. Да, выходит здесь в этой ситуации чек-кол. Ну, в принципе, да, как раз-таки чек-кол получается, вот, наверное, лучше, поскольку вышло, что мы не ставим средние пары, то есть оппонент, вернее, не ставит средние пары, и нам можно не опасаться того, что мы проиграем какой-нибудь паре десяток. Вот, так что да, чек-кол нормально. Ну, ривером приходит туз. Ну да, здесь туза, конечно, нам нужно вскрывать. Туза нам нужно вскрывать, поскольку оппонент будет блефовать все, большую часть своих недоездов в туза. Тут тоже особо деваться некуда. Что касается, если приходит наш аут, если приходит крестовая карта на ривере, ну, судя по количеству вот этих топ-пар, да, то есть, если, скажем, на ривере, вот с этим оппонент бетит терн, и на ривере приходит, допустим, двойка крестовая, то, ну да, у него тут аж 40% топ-пар выходит.
17% лышей, сытов 13%. Ну да, много сильных рук, то есть, и в принципе, тут, наверное, чеки очень мало смысла, поскольку если мы донкаем, то иногда хотя бы часть этих пар и сытов заколет. Вот если же мы не донкаем, то топ-пара, будет ли топ-пара пихать во флешевую доску? Давайте подумаем. Может быть, все-таки лучше чекать? Знаете, нет, пожалуй, все-таки лучше чекать, на мой взгляд. Объясню почему. Потому что король крестовый здесь, и в принципе у нас не так много рук, с которыми мы могли бы спокойно играть чек-кол две улицы. То есть у нас не так много рук, типа пара плюс дро. Фактически это только 9-10 и 9-8. Да. Ну, такой туз-хай тоже не часто играется через чек-кол, поэтому думаю, что оппонент сможет подумать об этом и решить, что флеш-дро у нас гораздо меньше в диапазоне, и по большей части какие-то король X руки, если ну, там блокер. Да, и в принципе может попытаться там, да, может попытаться, во-первых, тонко вэлюбетнуть туз короля или тузов, ну, а во-вторых, блефануть со всем вот этим счастьем. У него тут, в принципе, почти 25% не готовых рук, всякие там ESD-шечки, недоехавшие и так далее. Вот, и все это он может пихнуть, и, наверное, да, скорее всего, чек-кол будет более плюс ЕВ, чем донг-бет ривер. Вот, да, забавная раздачка. Прикольно, что здесь не стоило рейзить терн. А если, допустим, нас комбо дро. Если на терне у нас вот так скажем, 33%, да, все равно не хватает. А, забавно. Да, интересная раздача. Очень хорошо, что разобрали подробно. Так, давайте разберем от Lazy Fox хотя бы одну. У нас уже время поджимает. Просто этого парня нету здесь, а Lazy Fox вроде здесь была. Так что вперед. Так. Король валет разномастный. МП открылся. Не, МП залимпился. Хиро изолейтнул. МП заколил. Как быть, если 3-бет коллирует с 10-9 и другие коннекторы, стоит ли расширять 3-бет? Ну, знаешь, если ты думаешь с точки зрения того, что там ты, допустим, туз валета будешь 3-бетить против 10-9 и разыгрывать большой плюс, то не стоит так мыслить, поскольку 10-9 в умелых руках будет всяких туз валетов переигрывать очень легко. Вот, поэтому для выбора диапазона 3-бета стоит думать о том, как играет оппонент, какие у него там, скажем, слабости. Вот, если у него особо слабости нету, то лучше 3-бетить сильный диапазон и не морочиться. Вот, если же ты играешь лучше оппонента на постфлопе, ну, тогда стоит расширять диапазон 3-бета, поскольку в сложных ситуациях, которые будут возникать из-за того, что ты 3-бетишь достаточно слабые руки, ты, играя лучше оппонента постфлоп, ты сможешь все равно играть плюс ЕВ в итоге. Такая логика. Так, попали в допер. Hero ставит. Кстати, здесь вот я сразу могу сказать, что я бы ставил больше. То есть здесь однозначно у нас хобби игрок оппонент. И ну, он будет здесь колить и 2/3 пота, и 3/4 пота. Стоп пары, со средней пары, с гадшотами, с ОСД, с чем угодно. Тут, конечно, не особо ну, как бы не слишком большая часть его диапазона зацепилась, но если зацепилась, то 2 барреля, скорее всего, как минимум она платит. Вот, а раз так, значит, надо здесь слепить побольше. Я бы поставил что-то в районе там 75-80. Так, приличненько. Ну, терном уже получше ставка. Вот, ривером он донкает. Ну, надо вскрывать здесь просто абсолютно без вариантов, поскольку, во-первых, он может донкать топ-пару, во-вторых, он может донкать допер хуже. В-третьих, он банально может блефовать там с чем-нибудь, даже не знаю с чем. С каким-нибудь
Плюс 10, там превращать десятку в лев. Пихнул бы даже. Ну, нет, я насчет пиха не уверен, потому что ну, сайзинг ставки у хобби игроков это такая штука. То есть некоторые минбетом нации ставят, но иди пойми потом, почему он так делает. И как бы, сжигать деньги в непонятный бетсайзинг мне не очень нравится. У нас тут шикарный блефкетчер. То есть то, что он заколет пуш с чем-то хуже, ну, тоже еще не факт. Зато у него и рук лучше тут довольно много. Тут доехала туз-дама, стрит снизу, флеш-дробок дорная. То есть хватает рук, с которыми он в легкую заколет. А будет ли он колет, например, не знаю, там с королем-валетом, с королем-дамой какой-нибудь, далеко не факт. Ну, может, средний допер, конечно, заколет, но нужно считать. Но в целом я бы не стал отталкиваться от размышления, что полбанка это обязательно слабая рука. Скорее всего, я бы здесь вот отталкивался от его общего диапазона. А поскольку в общем диапазоне много сильных рук, то, наверное, нет. Вот если бы, скажем, вместо десятки червовой пришла бы какая-нибудь тройка крестовая, то есть бланк полный, и он бы донкнул вот так вот, вот тогда точно пуш. Потому что гораздо меньше у него сильных рук, и вероятность, что он нас скроет по какой-нибудь ерунде, она повыше. Так, котов открыл, хиро 3 бетнул. ВБ заколил. Нацевая флеш-дрошечка. ВБ поставил, хиро заколил. ВБ у нас кто? 61 на 35. Да, я бы, честно говоря, здесь просто пихнул бы и все. Без особых этих самых размышлений. У нас нацевая флешдро, оппонент какой-то вот совершенно чокнутый чувак. Туз-дама доехала, да, ну, бывает что. Вот. Совершенно чокнутый чувак, то есть фолд эквити, конечно, против топ-пара у нас нету, но против почти всех топ-пар у нас коин-флип. Вот. Зато он может заколить, например, с какими-то с дро хуже. Вот. Он может банально заколить, там, из-за с каким-то туз-королем. Против туз-короля у нас все равно плюсовое выставление. Вот. Ну и главное, что мы здесь как бы все сильно упрощаем раздачу. Да, то есть против его value рук у нас почти всегда coin flip, против его draw у нас 80 на 20 или что-то в таком духе. Поэтому call и радуемся. Ну, плюс ко всему мы избежим вот такого плана ситуации, когда черт его знает, что он здесь поставил. Может, у него там, я не знаю, какой-нибудь там валет 10 дурацкий, не доехавший. То есть он нас не заблефует. Ну, нацевая флешдроп пихнули там, и сразу у нас сложных решений нету. 100 ББ стек всего лишь, так что поизичем. Ну, пишешь, фулл эквити будет не так много, а тебе, в принципе, не нужно так уж много фулл эквити, просто из-за того, что у тебя очень сильная рука. То есть против его диапазона там можно попробовать даже посчитать. Хотя вообще у нас мало, уже трена у нас закончилась уже. Что, ладно. Сами посчитайте, если хотите. Я думаю, что у нас там будет эквити против его диапазона, может быть, там coin flip, может быть, чуть хуже, но за счет совсем небольшого фолд эквити у нас будет уже приличный плюс. Вот. А за счет того, что мы не будем заблифованы, мы как бы в еще больше плюс EV сыграем, нежели, ну, если будем пушить, чем. То есть если мы будем пушить, нас не заблефуют, то это будет для нас больше плюс EV, чем если мы будем колить. Вопрос появился после раздачи. Лично тебе как не нравится ССБ против баттона 3-бетить король 4? Нет, почему? Я 3-бетчу, у меня эти руки есть в диапазоне 3-бета, но я стараюсь подбирать оппонентов, которые, ну, во-первых, более-менее прилично фолдят на 3-бета, а во-вторых, пассивный пост-флоп. То есть, если оппонент агрессивный по слоп, то такие руки тяжело играются, поскольку он частенько будет рейзить твои там контбеты и частенько будет, я не знаю, там, пытаться выдавить твоего слабого короля, которым ты вынужденно будешь чекать, блефкетчить. Вот, поэтому тяжелые раздачи нафиг надо. Так, тузики. Хиро открылся, баттон заколил, хиро поставил, кол. Хиро поставил кол.
Ну да, ривером чекфолд, собственно, тут особо без вариантов. Кто там у нас? Оппонент. Ну да, такой мутный игрок. Мы тут, собственно, бьем не так уж много комбинаций. Мы бьем какие-то стритовые дроны, при этом то пару мы не бьем. Флэш-дро доехавшая не бьем. Станет ли он ставить шестерку и пятерку? Очень большой вопрос. Скорее всего, нет. Плюс он, у него еще статистика такая 51 на 14. То есть частенько ребята с такими статами, они по слоп пассивные. И от них не стоит ожидать каких-то там хитрых блефов, по крайней мере, часто. Поэтому я думаю, что здесь чекфолд в порядке полном. Если пришла бланковая карта, я бы тогда чек-кол играл в этой ситуации, поскольку из-за того, что теперь мы топ-пару не бьем, то наша equity нашего бета сильно снижена. Вот, и нам нужно играть через чек и давать оппоненту возможность пихать с недоехавшими флэш-дроу, ESD, всякими там своими веселыми флотами, типа король-дамы. Вот, и тогда чек-кол смотрелся бы хорошо. Так, ну и ладно, эту раздачу тоже разберем. ТГ открылся Hero 3-bet, но СБ заколил хорол в холодную, какой бесстрашный СБ, а, понятно. Так, у ТГ тоже кол. Чек, чек, Hero bet, СБ all-in. Ну, инста-кол, стоп-сцена. Ну, СБ тут, что это за оппонент такой? Ну, явно слабый игрок. Скорее всего, неадекватно оценивает силу собственных карт, неадекватно оценивает силу карт оппонентов, если вообще о них думает. Вот, поэтому я думаю, что здесь как бы просто без вариантов, просто автокол. Мы бьем, ну, не знаю, маразм мы бьем дамы, валеты, десятки. Мы бьем флэш-дро, в конце концов, если оно без туза. В общем, здесь я думаю, что только кол. Да, иногда мы увидим там какие-то веселые сеты, типа сет восьмерок, но против диапазона кол здесь железно должен пролезать. Так, ладно, следующую трену мы начнем с Татьяны. Сегодня уже все. Ставка в двоих, один из которых, а не ставка в двоих. Ну да, тут, конечно, мы должны ставить, тут тоже без вариантов. В любом случае мы ставим. Против фиша мы тут, конечно, 3 барреля ставим. Против чек-колящего рега мы тоже 3 барреля ставим. То есть, если он играет чек-кол флоп, чек-кол терн, то ривера мы железно просто пушим. Если же он играет чек-кол флоп или чек-рейс терн, вот тогда уже печаль печальная. Ладно, будем на этом заканчивать на сегодня. Спасибо всем, кто присутствовал. Хорошего вам вечера и до новой тренировки в следующем месяце. Если какие-то вопросы, предложения, пожелания, там, критика и так далее, пишите в топик обратной связи, который есть в информации о стриме. На этом все и пока всем.